Беларуси не первый раз, конечно, в Витебске до этого были, но в Минске первый раз в своей жизни. И когда я сюда ехала, я была готова к тому, что будет намного лучше, чем в любой европейской стране. Потому что до этого были на чемпионате в Хельсинки, в Стокгольме, ну, в Риге у нас в 2006 году был чемпионат, ну, конечно, Минск – красота. Нам очень нравится, здесь очень чисто, и такое впечатление, что самое лучшее, что можно было из Советского Союза оставить, это вынесли и это культивируют успешно. По сравнению со множеством российских городов, здесь больше какое-то европейское влияние чувствуется. Рассказывали друзья и знакомые, которые на самом деле здесь не были, что тут ну, такой коммунизм жесткий еще остался советский, но на самом деле все не так. Ну, понравилось, на самом деле очень понравилось. Из Латвии? Так. Угу. Вот, и тогда очень понравилось. Было всегда народ очень приветливый, очень такой ласковый, очень внимательный к гостям. Ну, сейчас, вот мы с дочерью приехали, дочь первый раз в Белоруссии, мы просто восхищение. Ярославль, меня очень удивило Беларусь. Очень все хорошо подготовлено к чемпионату, очень все прибрано, чисто, все позитивно и здорово. Скажу немножко, добавлю другое. Она, Беларусь всегда была чистым городом, всегда гостеприимным, и получаем позитив. С Риги приехали, первое впечатление, что очень чистый город, красивый город, так и есть, это первое. Мы побывали, нам из Минска друг, вот были на библиотеке, историю рассказал, нравится. Сама россиянка приехала сюда, в Минск, первый раз, года 3 назад. Мне очень Минск понравился. Вот. Но, когда я побывала в Гродно, Гродно – это великолепный город, это музей под открытым небом. Вы понимаете, как там замечательно, красиво? Вот. И все. Сделала, кончилось тем, что я купила квартиру в Гродно и переехала сюда.